Массовая авария произошла сегодня в центре Кирова на перекрестке Ленина и Преображенской. Там столкнулись несколько машин и пассажирский автобус. В итоге на улице Ленина образовался затор, а полностью движение приостановилось, когда водитель троллейбуса попытался объехать стоящие на дороге машины, но не справился с задачей. Подробности у Евгении Бакиной. Сейчас улица Ленина вошла в привычный ритм. Правда, о массовой аварии напоминает лишь осколки на проезжей части. Сам дорожный хаос начался здесь в 9 утра. Именно в это время между собой столкнулись 5 машин. «Шевроле Спарк» салатового цвета, «Газель», «Рено Флюенс», «Фольксваген Поло» и «Пазик». Из-за аварии движение моментально парализовало. Еще бы, ведь две полосы в сторону 28-й школы были попросту перекрыты. Возник затор на Преображенской. На улице Ленина от МОПРа и до места самой аварии. Девочки, привет! Я немного опоздаю на работу. Стоять в пробке приходилось по получаса и больше. Чтобы довести людей до места, водители автобусов объезжали затор по второстепенным улицам. За что? Вот туда надо, за эту, за ней. Перепустить вот сюда, по низу. Водитель 4-го троллейбуса тоже хотела объехать пробку по газону, но у женщины это не получилось. Конструкции на крыше, троллейбус зацепился за провода электропередачи, протянутые между фонарными столбами. Один из столбов со светофором немного накренился, провод пришлось снимать. А позже стало известно, что причиной самой аварии стал салатовый «Шевроле». Девушка, водитель автомобиля «Шевроле Спарк», выехала на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершила столкновение с автомобилем «Газель». После чего автомобиль «Газель» отбросила на автомобиль «Рено Флюенс», который отбросила на автобус «Пас», а также автомобиль «Фольксваген Поло». В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, чтобы водители держали дистанцию и на дороге были внимательными.